во-первых, революция была только в феврале. Это была буржуазная революция, классическая, нормальная, необходимая, и до которой довели. А вот уже в октябре, то есть в нынешнем ноябре, вот здесь произошел переворот, когда действительно банда когда, достаточно образованных, талантливых, в чем-то шизофреничных людей захватила, ну, начала захватывать власть в этой стране, после чего мы рухнули на 70 лет в этот кошмар. Из не очень хорошего в полный ужас. Конечно, если бы был на месте Николая человек более умный, более, так сказать, соображающий, дельный и стремящийся к самообразованию, то он, наверное, бы уловил необходимость кардинальных реформ. А что касается антисемитизма, значит, Николая II, у него вообще в целом очень было архаическое мышление. Это не касается только еврейского вопроса. Он обожал псевдорусский стиль. Он называл себя хозяином земли русской. При нем происходили костюмированные балы известные, где все входили в выдуманных средневековых псевдорусских одеждах. В архитектуре процветал, как вы знаете, псевдорусский стиль. Но это он унаследовал. Понимаете, он же тоже, и как Иван Грозный, появился не на пустом месте. Это он унаследовал от политики своего предшественника Александра III, который старался уничтожить все живое, все, что всплыло после реформ Александра II, и, конечно, Победоносцева. То есть вот курс Победоносцева, он был впитан эстетически, психологически, был впитан юным цесаревичем. И это наложилось на, в общем, средненький мозг, средние интеллектуальные способности, и получилось то, что получилось.